Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет самый смешной ролик. Я вчера ложился спать и подумал, я хочу повторить одну из своих любимых передач из детства, которая называлась «Устами младенца». И я подумал, что кто, если не мы, сделаем этот формат. Сегодня, пока Лена ходила куда? На маникюр. Пока она ходила на маникюр, я тайно отснял специальное задание от Васьки. Плюс еще у нас будет два супер-супер гостя, которые тоже скинули свои задания. И это все Лена будет смотреть и угадывать. За каждое угаданное задание тебе получается 1 балл. Если ты безошибочно угадаешь все задания, мы тебе в итоге, как суперприз, купим все, что ты захочешь. Вот что ты хочешь. А теперь хором, что хочет Лена? Я скажу гели, вы скажете к. Гели! К! А мы начинаем. Короче, в первом раунде я попросил Василису, она объясняет какое-то слово. Я поняла. А ты должна понять, какое слово она объясняет. За каждое угаданное слово 1 балл. И помнишь, да? Если ни одного балла не пропустишь, получаешь все, что хочешь. А это, я скажу гели, вы скажете к. Так, сейчас. Я не хочу гелик. А что хочешь? Пока не решила, но гелик не хочу. Ну скажи, что хочешь, чтобы ставки сразу задрать. Я скажу крошка, вы скажете картошка. Крошка? Нет. И мы смотрим. Первое слово. А, там баночка такая. Девочка вот такой круг. У нее баночка. А потом у нее есть такие точечки. И вот так поворачиваешь, крутишь, и у тебя высыпается эта котичка на какой-то зацепчик, и у вас вот такой зацепчик. Это либо соль, либо перец. Как ты угадала? А, перец! Ты правильно, это перец! И она когда объяснялась, мне говорит, что покажешь? Она сейчас покажу перец. Я такой сижу, думаю, в какой вообще вселенной это перец? Я представлял красный живой перец. Реально, перец? 1 балл твой? Вау, ничего себе. Ладно, второе слово. 2 булочки там. Булочки? Добавляешь котлетку, добавляешь соус, добавляешь... Но это из всех заданий самое легкое будет. Бургер. А, ты даже не досмотрела? Ну, 2 булочки и котлетка. Все, это бургер уже. Че тут гадать-то? Какой ли? 2 балла. Гелик подъезжает к дому. Ну ладно, посмотрим дальше. Там вот такие кругляшки. А добавляется там вот такая красочка. А добавляются веточки. Они вот такие коричневые, как у дерева. И все. И вот гелик поехал обратно в салон Mercedes-Benz. 100%. А можно еще раз послушать? Да, конечно, можно еще раз послушать, это поможет точно. А там вот такие кругляшки, а добавляется там вот такая красочка, а добавляются веточки, они вот такие коричневые, как у дерева, и все. А в этом раунде вы видите ответы на экране, а в конце вы будете тоже, как Лена, угадывать вместе с нами. Вот сейчас вы видели ответ, скажите, похоже это на то, что Вася описывает? Мне кажется, это похоже очень сильно. Кругляшечки, добавляешь краски, веточки. Ну что же. Как у дерева. Ну, я думаю, конечно же, про какие-то цветы. Кругляшечки. Ладно, давай у тебя будет 2 подсказки. Одна от меня, одна от Васи. Угу. Ты можешь воспользоваться ими в любой момент. Давай, подсказка. Из этого делают один из напитков, который ты обожаешь. Сейчас, погоди, дай сообразить. Один из напитков, которые я обожаю. Что я обожаю? Я обожаю вино. А, это, наверное, виноград. Блин! 3 из 3! Виноград! Мама, честно говоря, в шоке. Я думал, что Лена спотыкнется уже на первом слове. Но перец оказался камнем преткновения для меня. Главное, друзья, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш канал, потому что это очень сильно помогает. Мы сейчас очень стараемся. Вы видите, пускаем много видео и идем к миллиону. И даже когда я себе приболела, мы все равно штопаем гораздо больше видео просто дома, вот таких игровых. Это что? Это сегодня Вася решила постричься, я сегодня тоже офигел. Вася! Вася сама ушла, постригла себе челку. Да тут целый клок! Вася, ты себе отрезала клок, прям под корень почти. Ну что же, а мы идем дальше, у нас заключительное слово в этом первом раунде. Ты готова? Поехали, смотрим. Этот человек, выбирайте кого-то из нас. И вы выбирайте, мне кажется, меня, задевайте меня, одевайте... кобизончик, какой можно одевать, какой вот этот, как тело, цветом. И они заматывают бумагой туалетной, либо просто бумагой. Вот тут сейчас самая мощная, мне кажется, подсказка. Если не тут, то вообще нигде, непонятно будет. Заматывают лицо тоже, ухи тоже,
инастоза. А глаза только вот тут, а брови не оставляют. Вот так закрасывают их. Вот так. Это вот так. И кто получается? И вот так вот. Вот так. Вот так. Что же у нас получается? Ну, это какая-то мумия. Да я закончу сейчас все. Ты ей подсказала? Нет, я просто сказала, это му. Не говорила она даже му, неправда. Как? Это же очевидно, туалетной бумажкой заматывает все. А, ну, а вот кто я... это еще может быть? У меня аж мурашки пошли. Когда? Как ты все угадываешь? 4-0, 4-0. Вот эти мурашки. Я вообще не ожидал на такого... 4-0, чуть не безошибочно. На этом первый раунд заканчивался, и мы переходим во второй раунд, который называется «Сейчас спою». Итак, второй раунд. Василиса в наушниках пела песни, о которой предстоит угадать маме. Вот тут-то мы с Гелендвагеном и распрощаемся. Первая песня, поехали. Не надо из нас неуда, 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 неуда. Это хотя бы припев? Это пока куплет. Ну, пока не понятно вообще? Конечно, а как я могу понять? Ну, я могу не знать эту песню даже. Ну ладно, поехали. Малиновая лада, малиновый закат. Реально, ты хочешь, чтобы я отгадывала? Ну да. Ну все же очевидно, малиновая лада. А кто поет? Gayazov Brothers. Правильно. Первый балл, 5-0. Вау, пока без ошибок. Ну ладно, вторая песня. Вторая песня потяжелее, мне кажется. Ты готова? Конечно. Я тебя люблю, это мое, это мое, это мое, это мое, это мое, это мои любимые песни, но я хочу. Хаю с неба, улетаю золотыми листьями на сапоги лета, улетнёжными ясными листьями. Я не знаю, кто это поет. Я поняла, что за песня, я не знаю, кто это поет. Я не назову. Алиса. Улетаю и Алиса. Небо. Алиса. А, это же Максим и этот Крид. Включай Джекс. Ты угадала. А, ух. 6-0. А мы переходим к следующей песне. Пусто небо, столько лета, из нас не сто и сто лета. Не тебя, я найду себя. Не конета, из нас ты конета. Из нас не сто и лета. Нет, не я. Это я, не стата лето, не стонка лето, не стузна и столета. Я найду тебя, я найду тебя, комета. Да! Комета, а как его звать-то? Рамиль, не Рамиль, Рауф. Джонни Комета. Я не помню, как зовут его фамилия. Да ты все правильно сказал. Джонни Комета. Ты все правильно. Сияй, сияй, и сияй, и сияй, сияй. Я ровно так же пою эту песню. Заставлю тебя, обегая тебя, и сияй, сияй. Как называется песня? Сияй. Поет ее? Сияй. Сияй. Или моя дева Бионния. Я не помню, как его зовут. Ты же уже называла только что. Если не Рауф, то... То Фаик. Нет, стой, у меня вылетело с головы, кого я только что называла. Перемотаем обратно. Как его звать-то? Рамиль? Рамиль? Да! Рамиль, сияй! Вау! Абсолютно без ошибок. Это не в зачет, просто это в бонусный бал. Если угадаешь, то... Я, ну, заканчиваю игру прямо сейчас. Ну... И бейбайга, я если мы с нас, если с мной, если не тебя, яй. Я, мне кажется, так все песни на английском пою. 100%. Ты-то еще нет, а вот я точно. Сейчас припев будет. Это мой, я без тебя, па-па-па,
убегает от меня, смотрит на глаза. Та-та-та-та-та. Просто пишите, друзья, понравилось ли вам исполнение Васи. Я не знаю, кто такой Конфуз, но мое уважение. Исполнитель, песня хитовая, Василиса ее очень любит. Елена Сергеевна прошла все два раунда без единой ошибки. А это значит, что если сейчас третий, финальный раунд, она пройдет ровно так же без ошибки, то мы с Еленой Сергеевной, с Василисой Денисовной, точнее, попали на Гелендваген. А мы переходим в третий раунд, который называется «Ща все покажу». В третьем раунде у нас будет две приглашенных суперзвезды. Это Илья Шулико и Василий Трифонов, которые помогут Василисе показывать разные фигурки, которые они выдумали. Они там выдумали какое-то слово и решили его показать, чтобы Елена Сергеевна попробовала угадать, что они показывают. На суперзвезд, которые участвуют с нами в ролике, обязательно подпишитесь. У Ильи Шулико вместе с Сашей Шулико и Настей Шулико свой целый YouTube-канал. Есть ссылка в описании, подпишитесь на них. Чтобы видеть больше Ваську, я отметил аккаунт в одной соцсети. Я думаю, вы поймете, в какой. Найдите там Дашу, подпишитесь и следите за Васей. Пацаны просто такие угарные. Итак, поехали. И первым все покажет Илья Шулико. Что показывал Илья Шулико? Самолет. А, без ошибок. Так, а теперь в бой вступает Василий Трифонов. Ну давай, Вася, не подведи. Гелик пускай стоит в салоне пока. Змея. Ёшки, это змея. Вася! Змея, все правильно. Опасно. Я думал, это шланг, который положили сюда. Сейчас показывает Василиску каяка. Я знаю, что она показывает. Я гарантирую, что в этот момент гелик остается в салоне. Все? Это все? Серьезно? Это либо цветок, либо камень. Что-то одно из двух. Не подсказывай. Не подсказывай, Вася. Тут есть одна подсказка от Васи. Да что это? Погоди, а может быть это, как ты тогда показывала, яичко? Нет. Или картошка, пюре, которую надо... Скажи, расставить. Ты можешь сказать слух, я тебе сказал фразу, ты можешь сказать слух. Давай. Это круг, ты не угадала. Просто круг? Гелик уезжает из нашего гаража, которого у нас до сих пор нет. Какой я предлагаю назвать правильный круг. Ответ. Зрители тоже не видят сейчас правильных ответов в третьем раунде. Я предлагаю показать правильный вариант ответа и рассказать, что это такое. Вася показывала воздушный шар. Так, ну ладно, но мы все равно идем пока на рекорд, может быть, мы продолжим. Если вам понравится этот формат, напишите в комментариях, и мы продолжим. Девчонки снимут для меня, и я попробую также поугадывать. А мы продолжаем. Ход перехватывает Илья Шулико. Так, это зайчик? Тик-тик. А, чечерик, это птичка, да? Правильно! Вася лучше угадывает, смотрите, это ваш совместный раунд. Так, ну сейчас это мой любимый. Попробуйте угадать, что это. Это на этом. Серфер. Серфингист. Все правильно. Вася показывает серфера. Я конечно, не... он волос отрастил, он и есть серфер. Но рил. Ну, кстати, Ваське очень хорошо с длинными волосами. Согласна. Василиса у каяка. Что это? Учитывая, что вы недавно видели воздушный шар, это может быть самолет. Что это? Это пенек. Нет, это не пенек. Ты... Это квадрат. Это квадрат. Сказала я показать геометрические фигуры. Она сама сказала, я сейчас покажу квадрат. Ну, а теперь... Я надеюсь, еще треугольник будет от Васи. Посмотрим, все может быть. Ну, а теперь Илья Шулико. Волк. Ау. Не похоже на волка. Вот это скорее лягушка. Это был динозавр. Динозавр! Да. Ну вот так он показывал. А-а-а-а-а-а-а. Так, ну и вот мой любимый раунд. Василий Трифонов просто разорвал меня в клочья, когда показал вот это. Это парус? Нет. Знаешь, что? Флаг? Нет. Это живое или. Ну нет, не живое. Это живое. Дерево? Да, это дерево! Это дерево! Я просто порвался в клочья такой. Вась, покажи дерево. Потрясающе. Да я повторю. Вот. Если Вась еще рядом поставить, вы просто будете какой-то лес. Парк. Парк. Лес. И на сладенькое. Ну треугольник же, ну. Нет. Треугольник. И теперь финальный раунд. Гранд-финал. Что показывал Илья Шулико? Он
ам-ам делает, прыгает. Ну, походу, опять лягушка. Опять лягушка? Не, ну она бы делала ква-ква, а ам-ам кто так делает? Это был арбуз. Это смешно. Ну что же, финальный раунд от Васи Трифонова. Маму показывай. Маму? Маму, да, где она занимается йогой. Ну, кстати, близко, близко, близко. Ну, это Будда, не знаю, что-нибудь такое. Это йог. Он сказал, йог. Я йог, да. Но если ты угадаешь это, то я возвращаю гелик обратно. Поехали. Улитка. Черепаха. Черепаха, правильно. Это была черепаха. Да! И ты угадала все! Так, друзья, я теперь не знаю, что делать. Это была реально черепаха. Лена угадала. Напишите в комментариях, честно ли теперь дарить гелик или нет. Я бы не ожидал, что она угадает черепаха. Но она допустила много ошибок. Напишите, зашел ли вам этот формат или нет. А хотите ли вы снять продолжение, но со мной? Я уже голосую, что надо по-любому снимать с тобой версию. Это очень смешно, это очень интересно. Если была только Васька, то типа многие могли бы, ну, просто сказать, что ну, просто знаешь своего ребенка, знаешь, что он показывает. А когда участвуют детки другие, то да. Это же вообще, это прям реально очень интересно. Друзья, давайте так, 20 тысяч больших пальцев вверх, и мы снимаем продолжение. Это будет явный признак того, что вы хотите, чтобы мы сняли продолжение. Все, давайте, пока.